Смотри, стоит он 200-й, ешечка, а это 250-й, прикинь. Тринашечку хочет, но я говорю, ну давай за 12, у тебя завтра же ее заберут. Вот, да нихуя, говорит, 13-900. Это ты уже себе, говорит, Джанчик, придумал, что 13. А я хочу 13-900. 160 реального пробега, 2,2 дизель. Пиздец. Ну аппаратик, ребята, ну сами судите, смотрите. Давайте так, пробежимся, да, в легкую. Да не буду я тебя снимать, не суетись, все нормально. Ключик, налитье, все ровненько. С панорамой такой, а, пацаны, вообще. Ну, лючок, лючок, ладно. На коже. Не, ну бодро, бодро. Ну вот смотри, 200-й ни о чем. Ну, ни о чем. А это 250, чтобы ты понимал. Ну, торганется он. То, что он там хочет 13-900, понятное дело, все мы хочем, чтобы получше. Ну, 13-500 завтра забираю без проблем. Слушай, ну отдай своим подписчикам так, как они хотят. Добашляешь сам, не бат. Делай бонус, пацаны. А ты только на секунду тут рассказываешь. На бодром. На бодром. Короче. Ух, ебать, нихуя себе ты бодро. Тормоза нормальные проверили. Короче, пацаны, пишите, я если что дамажу, я дамажу, договоримся. 13-900 хочет, я дамажу, он подвинется, и ты заберешь за нормальную цифру. Всех обнял, ребят. Смотри, какая строечка в Дрездене. Шурует тут днем и ночью, смотри, да? Нормально. Не, ну хорошо, вообще она в хорошем состоянии. Ну, 160 тысяч пробега, дизелек. Причем реально, а там конвертики, или что хотите, проверяйте. Вообще все в порядке. А ты что, пушечка? И на коже, ребята, это вам не хухры-мухры, диванные кузов эксперты. Не, ну по кузову она вся ровная, не крашеная, не битая, не в ДТП была, ни хрена. Что-то типа он выскочил, смотри. Что там такое? Что случилось, братик? Отвалилось колесо что-то? Колесо потерял. Колесо потерял или что? Прикинь. Вот это немецкое качество. Бывает.